Это он сломал? Да, он очень расстраивается, так что это останется между нами. Я знаю, где сделать новый, но больше уже его не ломай. Прими соболезнования. Спасибо, Майлз. Я знаю, насколько отстойно разбираться во всем этом самому. Типа, прикольно, когда ты не единственный паучок. Точно. Если решишься снова завести друзей, не забудь про меня, ладно? Буду держать тебя в курсе. Круто. Может, нам лучше уйти? Питер, мы же обо всем договорились. Плохая идея, очень плохая, ужасная. Расслабься. Все это, конечно, мило, но от его фанатов меня уже тошнит. Я к этому не готов. Питер? Привет, тетя Мэй. Знаю, прозвучит очень глупо, но я уверен, что я прибыл... Из другого измерения? Да. Ты выглядишь уставшим. Да, есть немного. Ты повзрослел и потолстел. Мне это уже говорили. О, господи, это что, треники? Да, самые настоящие. Я был там, когда все это случилось. И мне правда очень жаль. А ты из какого измерения? Из Бруклина. А у него было место, где можно сделать такую штуку? О, это же Губер. Идите за мной. У меня точно так же. Сарайчик для хранения снаряжения. Понимаю, понты дороже денег. Почти так же, но только без джипа и самолета. Размер чутка поменьше. Еще у меня диван. Жаль мне этого паренька. Эй, Питер. По-моему, это его плащ. Питер знал, насколько все это опасно.